Лето – наилучшее время для капитального ремонта не только дорог, но и жилых домов. Сейчас обновляют фасады домов 23, 25 и 27 по Строительной улице. Во дворе строительные материалы, на стенах – люльки с рабочими. Местные жители прекрасно понимают, что работы необходимы и готовы терпеть временные неудобства, но обеспокоены тем, что не могут наладить диалог с управляющей компанией. Мы должны участвовать во всех приемках. Потому что нам говорят, да вот когда-то там была эта приемка. Мы идем и находим какие-то изъяны. И мы об этих изъянах, получается, никак не можем сказать, потому что уже все принято. Председатель совета дома 27 по Строительной улице Ирина Филиппович уверяет, жители также не могут ознакомиться с проектной документацией на проводимые работы. Чтобы наладить диалог с управляющей компанией, жители обратились за помощью к муниципальному депутату Павлу Русакову. В результате была организована встреча, на которую приехали начальники территориального отдела Центральной Светлана Степина, представители управляющей компании и подрядной организации, которая обслуживает данные дома. Принятие работ всех по капитальному ремонту должны проходить в соответствии с федеральным законом. По федеральному закону жители должны принимать непосредственное участие в приемке работ. Они хотят все, чтобы было принято в соответствии с проектно-сметной документацией и с фактическим исполнением этих работ. И я это очень приветствую и поддерживаю. Представители управляющей компании выслушали все пожелания и заверили, приемка работ будет проходить в присутствии жителей. Кроме того, люди пожаловались на некачественно проведенный ремонт по программе «Мой подъезд» в домах 23 и 25. У нас на дворе 20-й год. Вот хотелось бы понять, за 3 года в рамках этой программы что выполнено вообще и, соответственно... 19-го вошли. Хорошо, за год что выполнено? Ремонт, кстати, частично так и не был закончен по вине нерадивого подрядчика, с которым, к слову, уже разорвали отношения. Сейчас оформляются акты. Как только будут оформлены акты, мы направляем претензии досудебные в адрес подрядчика. Вот. И, соответственно, там по процессуальным нормам, если подрядчик отказывается устранять недоработки, мы будем обращаться в суд и, соответственно, денежные средства по проведенным работам возвращать на счет дома и, соответственно, потом уже проводить доработку. Встреча продолжалась более часа. Жителям, наконец, удалось получить ответы на самые актуальные вопросы. Позиция администрации однозначно быть на стороне жителей, да, это поддержка жителей. Постараемся в первую очередь устранить все недостатки, которые оставила предыдущая подрядная организация по поводу губернаторской программы «Мой подъезд». Председатели многоквартирных домов предложили проводить такие встречи регулярно. Было решено обсуждать текущие вопросы с представителями управляющей компании минимум раз в квартал. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.